пьеса Леонардо Герша «Эти свободные бабочки», которую впервые показали на сцене Ульяновского ТЮЗа в эти выходные, о любви и предательстве, искренности и свободе. Тема далеко не детская, поэтому на афишах стоит возрастной ценз 16+. Постановка и художественное оформление – творение заслуженного артиста Российской Федерации, директора театра Эдуарда Терехова. Ему мы и задали вопрос, как такой спектакль, далеко с недетской тематикой, появился на подмостках Небольшого. Я считаю, что тема абсолютно наша. Это наш зритель, это для нашего театра. Это проблемы молодых людей, которые входят в жизнь, входят в первые какие-то серьезные отношения, может быть, первая влюбленность, первая любовь, первая ответственность, первая безответственность, которая влечет за собой последствия какие-то, да? Может быть, первое предательство на пути к своей любви, да, или вот поэтому все, что происходит в этой пьесе, это абсолютно, на наш взгляд, созвучно с тем, чем мы, как полагаем, живет наш зритель. В спектакле заняты молодые артисты. Для некоторых из них это первые большие роли. Пьеса известного американского драматурга Леонардо Герша уже несколько десятилетий не сходит с театральных подмостков в России и за рубежом. Несмотря на то, что она написана 50 лет назад, по словам режиссера-постановщика, она не вынута из нафталина. Она современная, поэтому везде имеет успех. Ульяновский зритель тоже смотрел ее с интересом. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».